С другой стороны, Галицкая Русь терпела то же самое, что и Новгородская. Вот. Галичанам доставалось от венгров. Венгры постоянно переходили Карпаты. Венгры постоянно пытались вытеснить русских с территории вот, правобережья Днепра. Им снились эти вот земли еще во времена, роскошные, великолепные поля, великолепные земли, богатые гумусом, богатые лесами, огромным количеством диких животных, в то время там гигантские стада зубров паслись. Венгры мечтали вернуть эти земли себе, они как-то были оттуда печенегами вытеснены. Вот, и вот на этой территории образовалось потом Галицкое княжество, полупеченежское, полурусское, фактически русское княжество. Печенеги были те же самыми русскими людьми, вот, которые вошли в состав Галицкой Руси. Так вот, князья, что князь Роман, великий князь Галицкий, вечно воевал с Венгрией и с Австрией, вот, воевал его сын, вот, Даниил Романович Галицкий, то же самое, там одна из тяжелейших битв была выиграна им. Вы, наверное, знаете, что это за сражение было. Так вот, получается, что здесь, вот если так посмотреть, вот с позиции геополитики, Европа подошла с двух сторон к Руси. С северо-западной стороны и с юго-западной. То есть, единственное, что вот сама Польша не являлась вот здесь серьезным врагом русской земли. Но принятием католицизма поляки перестали быть союзниками. Это тоже было серьезно. Поляки, приняв в X веке католицизм, они, так сказать, стали склоняться уже к союзу с Западом, но не к союзу с православной Русью, потому что Русь считалась на Западе вроде как православной, хотя она, там было еще двоеверие, ее считали языческой или ведической Русью. Вот. Но поляки относились к язычникам и к православным уже как к людям второго сорта. Им больше нравилось быть с европейцами. Поэтому опираться на Польшу уже в этой войне с Западом русские князья, уже и Русь вообще фактически не могла. Поляки были больше врагами, чем союзниками. Вот. Что получается здесь? Ну, Польша, конечно, не пропустила бы через свои земли рыцарские ордена, но она позволила, например, в Сандомире засесть Чевтевтонскому ордену, построить там свои замки. Начала заигрывать с Ливонским орденом. Сама Польша провела захваты на севере. Поморскую Русь прибрала к себе. Вот. И даже оттеснила рыцарские ордена с севера, и в Поморье стало польским, так сказать, полякам принадлежать. То есть тоже поживились поляки вот на беде Венецкой Руси. Поэтому надо, вот такая была вот картина к тому времени, когда подошла Орда, так называемая вот, монгольская, или если всерьез, то это правильнее будет назвать это Сибирская Русь. Сибирская Русь пришла на территорию вот Восточной Европы как раз в момент, когда силы Запада, с одной стороны на юге, с другой стороны на севере, подошли, подготовились к броску на Восточную Русь. На Русь Восточную. В это время что получилось? Ну, вот вы, наверное, уже знаете, я уже касался, говорил. Это раздробленность. Это бесконечная война князей друг с другом. Да, каждый князь был довольно силен. Наши княжества были сильные. Целое королевство. Например, того же Даниила Галицкого так и называли, или Галицкого называли в Ватикане королем Галицкой Руси. Королем называли также и князя Александра Невского, королем называли его отца Ярослава, и других князей тоже именовали королями, потому что огромные были площади. Но людей-то было не так много. Территории были огромные, а людей, вот именно воинов на этих территориях, не так было много. Русь не была многолюдной, потому что уже само принятие христианства уничтожило миллионы русских, потому что христианство принималось недобровольно. X век и XI век – это кровавое время, когда некоторые ученые вот считают, что
примерно из 9-12 миллионов русских осталось всего 3 миллиона после этой смуты христианской. Если верить Куру, есть такой Кур, Игорь Кур, ученый из Киева, он доказывает, что осталось 3 миллиона из 12, то получается что-то ужасное, столько погибло людей. Ну пусть Кур не прав, пусть там осталась половина, но это уже все равно потери огромные. Это не 12 миллионов, а это 6 или даже 5 против всей Европы, где десятки миллионов, и они могли выставить хорошие армии, большие армии. То есть фактически Русь была как будто бы подготовлена вот к тому, чтобы Европа эту Русь раздавила, Западная Европа. Во-первых, смута 10 века, 11 века, войны с половцами, которых, кстати, никто не считает и не считал на Руси, вот, вернее, будет точнее, не считал на Руси чужим народом, тюркоязычным, половцев считали своим народом, то есть почти таким же, как русские, но в то же время это были другие племена, пришедшие с востока, и они были враждебны. И вот эта война была абсолютно глупой, ненужной. Половецкая Русь, будем так говорить, Половецкая Русь враждовала с Русью Восточной, со Славянской Русью. Вот. Я о половцах уже говорил, вы, наверное, знаете, что это были тюркоязычные народы, с одной стороны, с другой стороны, они хорошо говорили на нашем, на русском языке. Это была Азиатская Русь, часть Азиатской Руси, которая пришла до монголов, так называемых, до скифо-сибирских, сибирских русских из Европы, расселилась на этой территории. И она сильно ослабила, это эти войны, ненужные были, абсолютно ненужные войны с половцами, они сильно ослабили русские княжества. То есть все было готово для того, чтобы всю вот эту вот Восточную Европу прибрать к рукам. Орденские союзы стояли на границе с Восточной Европой. Нужна была просто команда и все. И получилось, что в этот момент, вот 13 век, тяжелое время для Руси, Восточной Руси, вот, появляются так называемые безбожные, страшные, жуткие, из Центральной Азии непонятные татаро-монголы. А вот теперь к татарам еще раз обратимся. Вот о монголах, о мунгалах мы уже поговорили, о татарах. Вообще откуда это вот название? Вот мы несколько раз о нем уже вспоминали, говорили, ну понятно, что это космические отдали. Ну а только остается что? Предположить, что где-то в Центральной Азии или в Северной Азии, возможно, именно в Сибири, и скорее всего именно сама вот эта Сибирь, она как бы эта земля такая сакральная, она сохранила память, я сейчас скажу, и люди подумают, что я сошел с ума. Но ведь другого-то объяснения нет. Память о приходе белой расы из глубин космоса, из Тартара. Древнее слово «тартар» – глубины, бесконечные глубины, черные глубины, бездны, из бездны пришедшие тартары или татары. Это как раз не тюркское слово, это санскрит. Это греческий язык, который являлся тоже частью санскрита, который родился из нашего языка, из славянского, из русского языка. Вот сейчас современные данные американских ученых, антропологов и генетиков доказывают, вот недавно я статью прочитал и был очень доволен, что эта статья попала мне в руки, потому что я в своих книгах написал об этом, а таких точных не было у меня доказательств. А теперь они есть. Американцы исследовали генетику русского народа и пришли к выводу, так если кратко сказать, что русский народ, во-первых, он единый, так сказать, единый этнос, четыре разновидности русского народа, четыре, так сказать, группы, вот, составляет единый этнос. И мы являемся, именно русские люди, являются ядром арийской расы. То есть мы ядро индоевропейцев, ядро всех ариев Европы и Азии. Отсюда пришли в Индию русские, наш народ пришел. Отсюда пришли в Иран, это доказываем, не я, это американцы доказывают. Можете посмотреть их сайты, посмотрите и разбирайтесь сами. И из Руси началось заселение, расселение белой расы по Европе. Мы центр оказались, вот так. Современные данные вот такие. Я хочу что сказать, что американцы не разбирались, конечно, с Сибирской Русью, они даже про это и не знали, и знать не могли.
Но именно, скорее всего, в Сибирской Руси сохранилось сакральное понятие тартар. И само название, то есть пришедшее со звезд, оно перешло вот название тартары или татары. Другого просто нет объяснения. Это одно из названий, самоназваний русского народа. Потому что предки наши, действительно, по ведам, взять Махабхарату, индийские веды, наши веды взять, иранскую авесту, везде указано на то, что наши далекие предки переселились со звезд. Есть указание, что с одной из звезд Большой Медведицы, есть указание напрямую, что созвездие Ориона, со звезды так называемой Алнитак, гигантская звезда в центре созвездия Ориона. Вот так. И если верить вот тому, что вот сейчас вот буквально всплывает, то получается вот такое название. Оно космическое название. Вот с монголами сейчас разобрались, монголы или мунгалы, могущественные, что звездные люди. Правильный перевод – могущественная звездная раса. Она пришла в 13 веке из Сибири, остаток этой вот племенного союза скифского, который остался на этой вот земле, вот в древней Гоби, на территории Такламакан, там жили тохары, тоже белый народ, но часть тохаров тоже примкнула к этой орде. Скорее всего, так тоже было. Не все тохары вымерли, не все погибли, сейчас там находят их захоронения, мумии тохарские. Очевидно, в 13 веке часть тохар должна была войти вот в эту вот армию так называемого Чингисхана. Тимуджина, как его называют китайцы. Но это название тюркское, это название китайское, это совершенно другое название, поэтому приходится его говорить, потому что по-другому люди просто не знают, если назвать имя настоящего Чингисхана, то просто меня не поймут. Вот. Настоящее имя его Тимчак. Вот это имя, оно звучит по всей Европе. Еще интересное название его есть. С трудом верится, но есть упоминание о великом царстве и царя Ивана, который находился в Центральной Европе. Возможно, что царь Иван и Тимчак, это как раз, может быть, речь идет об одном человеке.